Так, друзья, товарищи, смотрим. Вот это чача, ребятки. Посмотрите, какое идет бурное брожение. Это у нас третьи сутки. Это скудрика. Скадряночки чача. Жмых остался. Добавил сюда 5 килограмм сахара. Водички. Аромат. Аромат сумасшедший, ребята. Выход будет нас радовать. Так что вот такая чача, ребята. Отличный. А, как пахнет. Да, кудрик, конечно, вещь. Ну ладно, ребятки, вот такой напиток. Всем хорошего напитка. Делаем свое. До новых встреч. Ребятки, всем привет. Продолжение фруктового сезона, ребята. Сегодня продолжение чачи. Это, конечно, сорт Молдова. А чачу мы пока делали с кудряночки. Прошло 13 дней. Сейчас давайте, ребята, посмотрим, что там с ней, как она выбродилась. Возьмем приборчик, померяем. Подзаглянем, что там с ней творится. Ну, походу, уже, ребятки, выигралась. Дроздофилы эти, от них, ребятки, никуда не денешься. Так, а ну давайте посмотрим. Вот это нам надо собрать, ребятки, оно нам уже не надо. Этот жмых, он уже свое отыграл. Мешать уже не надо. Перед тем, как будем сливаться, сцеживаться. Сейчас соберу. Наберем все-таки, посмотрим, сколько там процентов сахара. Может, какая-то остаточная и есть. Но это нам, ребята, не помеха. Доиграет еще в бутылочках. Посмотрим. Аромат, конечно, винный, сумасшедший ароматик. А, ну, ребята, посмотрим. А тут уже смотреть и нечего, ребята. Я уже вижу, что тут получится бомбовая чача. Хоть бери и пей эту брагу. Просто класс. Аромат сумасшедший. Ну, в принципе, ребята, вот такая вот песенка. Вот такая брага. Видно, видно, уже все, видите, нету, не выделяется углекислота. Значит, ребятки, отыграла наша кудряночка, брага, сделала свои вещи. Ну, сейчас померяем, для интереса. Так, а ну давайте наберем. И посмотрим, ребят, это что там смотреть, оно уже почти в ноль выбродило. Вот вам и чача, ребята, объем. В нолик, ребята, там бомба. Выбродило в ноль, отлично, ребята. Вот это винные дрожжи, ребята, вот так они работают, вернее дикари, именно виноградные. Они сбраживают все на ухнарь. Ну вот, посмотрите. Почти в ноль, ребята. Ну, отлично. По сахару около 25 было. Так что выход будет неплохой. Ну все, сцеживаемся. Ничего тут хитрого нет, ребята. Уже говорил. По старой новой технологии. Как говорится. Вот такая песня уже показывала. Ребята, это крышка. Накрывать блюдо. Я так понял, от мух. Классная вещь. Вот такое сито. Оно быстро не забивается и хорошо фильтрует, ребята. И как раз оно
подходит вот на ведерко. Бах. И отлично. Так что поехали. Сцеживаемся. Вот эту мочмалу все туда. Будем уже и завтра перегонять, ребята. Сначала на сыр, на спирт сырец все поперегоняем. Пока сезон идет, наделаем спирт сырца. А придет зима, там уже будем заниматься дробной перегоночкой. И заливать уже в бочечки, делать настоечки, всяких приколов. Это будем заниматься зимой. Сейчас главное набить спирт сырца хорошего качества, чтобы был хороший продукт, с чего потом делать наши благородные напитки. Ну и по бахлагам сейчас разольем. Без бахлаг никуда. Эх, брашка. Отличная. Аромат сумасшедший. Ну, такими темпами, ребятки, продолжаем. Сито в ведро и вперед. Получается, уже жмых, он уже упал на дно основной. Вон он, его уже видно. Блин, пахнет кудрянка, хочу вам сказать, кто не сталкивался почему-то черешней. Вот мне она пахнет черешней, ребята. Вот брага сейчас пахнет черешней. Так что вино, наверное, получится, ребята, у нас. Эх! Надо тоже уже сливать винишко. Но это в другой серии, ребята. Все про вино. Про кудряночку. Стоит там два бутылечка 20-литровых. Надо будет сливать с осадкой. Так что вот так, ребята. Вот таким макарчиком, ребята, и продолжаются наши самогонные дела. Вот, посмотрите, внизу уже жмых опустился. Это о чем говорит, ребята? Что брага выигралась, понимаете? Когда она играет, я вам показывал, вся шапка, она вверху стоит вот так вот, весь этот жмых. Когда уже отыграла, все опускается на дно. То есть дрожжи уже сожрали все сахара и вниз. Вот, смотрите, сколько там семечек, всякой фиговинки. Оно нам не надо. Если кто-то перегоняет вот вместе с этим жмыхом, я этого, ребята, не делаю. С косточками. Это все, ребята, лишнее. Оно не надо в нашем продукте. Так что вот это мы его вот так вот. Для чего нам сито вот такое, ребята? Вот видите, как хорошо. Опа. И вот они, косточки все тут. Ветки какие остались. Они нам не надо. Нам надо чистая брага.
Так что, ребята, кто начинает делать самогон свой домашний, подписывайтесь на каналчик, пишите в комментариях, может, кому что интересует, какие ошибки уже прошел. Не один этап, ребята. О, кстати, вот эти семечки — полезная вещь, говорят. Ну, у нас полезней самогон. Друзья, вот этот, конечно, жмых. Вот этот. Не надо его выкидывать. Вот под деревья, ребята, это самый лучший. Самое лучшее удобрение, ребята, для наших растений. Так что вот так. Дожди пойдут, оно все смоет туда под корень. И будет наше дерево расти. Это яблонька. Вот такой патронтаж, ребята. Сколько тут? Около 40 литров. 35 где-то. Браги. Будем перегонять, ребятки. Так что вот такой вот видос, ребята. Вторая часть. Подписываемся, кому интересно. Домашние напитки. Всего хорошего. До новых встреч. Вот такой виноград, ребята. Очень вкусный. Ставим лайки, дизлайки. Всего хорошего. Всем хороших напитков.